Филипп Киркоров анонсировал новый клип на композицию «Прохожие». Однако внимание поклонников привлекла не песня, а длинные каштановые волосы певца, а также щелка. На изменения Филипп пошел только ради съемок видео, в котором появится его силуэт из прошлого. В нем пользователи интернета сразу же распознали Аллу Пугачеву и тоску бывшего супруга по ней. Песню, кстати, уже можно услышать. Певец опубликовал ее на своем официальном канале. Премьера клипа состоится немного позже. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!